Быстрые, навязчивые, однообразные движения мимических мышц относят к тикам. Кроме мимической мускулатуры, в гиперкинез могут вовлекаться мышцы туловища и конечностей. Способность больных при отвлечении внимания задержать тик говорит о его функциональном характере. Однако тщательное обследование выявляет субклиническое поражение экстрапирамидной системы. Я задам тебе сейчас несколько вопросов, постарайся мне на них ответить. Ладно. Как тебя зовут? Загрязнила. А сколько тебе лет? 13 лет. Где ты живешь, Димочка? Улица Завая, дом 26, квартира 15. Ну, молодец. А ты знаешь какие-нибудь песенки? Знаю. Постарайся нам. Ладно. Какую ты споешь? Только крокодила. Ну давай, спой. Тик может сочетаться с заиканием. Пение или медленная, плавная речь уменьшает как заиканье, так и тик. Почему я веселый такой? Ну, молодец, девочка. Тебе ведь петь легче, чем говорить, наверное, да? Пароксизмальный генерализованный тик, болезнь Жильделя-Туретта, быстрые непроизвольные движения всего туловища с подскоками, притоптыванием, насильственным выкрикиванием звуков, слов, фраз. Валерий Владимирович, пожалуйста, пройдите сюда. Да. Спокойно, спокойно пройдите. Сойдите, пожалуйста. Скажите, какие первые признаки болезни у вас были? Первый признак у меня был, я просто головой дергал. В какую сторону? Справа. А дальше? Потом глаз вот начал моргать. С какой стороны? Тоже. Тоже справа. И когда же развал болезнь? А потом топать вот начал. А уж... Последнее начало крикивать. Это когда было? Ну, в общем, у меня началось в лет, так, может, даже в 14 у меня уже, наверное, в комплексе все набралось, в 15. А лет в 13 у меня вот так, ну, года за полтора-два у меня набралось все вот так в комплексе. Скажите, что вам помогает? Помогает? Отвлечение вам помогает? Да, отвлечение. Вот что вам помогает? Чем? Ну, вот когда работаю я. Не бывает этих подергиваний? Да. Прочитайте, пожалуйста, вот этот текст. Мне помогает спокойствие и общее расслабление. Я постоянно думаю о том, что мне становится лучше. У меня нет тяги к излишним движениям. Когда я увлеченно работаю или занимаюсь любимым делом, у меня не возникает излишних движений. Прекрасно. А теперь попробуйте, пожалуйста, сыграть. А что сыграть? Ну, то, что вам нравится. Сейчас попробую. Пожалуйста. Задача врача в том, чтобы помочь больному найти те способы и приемы, которые бы помогли ему затормозить или подавить гиперкинез.